Друзья мои, всем привет! Приехал я на одну из стоянок в городе Владивостоке с пробежными автомобилями. Сейчас хочу снять такое небольшое видео для вас, сделать небольшое сравнение цен. Сниму какое-то количество пробежных автомобилей, покажу, сколько они стоят, и поеду на авторынок Зеленый Угол, сниму какое-то количество беспробежных автомобилей, да, чтобы вы понимали, какая разница в цене. Понятно, то, что пробежные автомобили, они и годами будут постарше, но, тем не менее, пробежные автомобили существенно стоят дешевле. И по городу Владивостоку есть множество стоянок с пробежными автомобилями, да, где можно найти старенькие машины там и 90-го года, и там 95-го, 2000-го, 2005-го и так далее и тому подобное. Если формат такого видео устроит, да, в плане показывать вам цены именно пробежных автомобилей, то буду дальше продолжать, буду для вас это снимать, то есть буду ездить по стоянкам города Владивостока, потому что, ну, реально, кризис, да, вот этот вот, то, что у нас происходит, это ударило абсолютно по всем. Машину, конечно, хочется, да, особенно правый руль, а деньги есть, как бы, не у всех. Я напоминаю то, что я занимаюсь проверкой автомобилей перед покупкой, осматриваю абсолютно любые автомобили, пускай это будет пробежный автомобиль, пускай это будет беспробежный автомобиль. Проверка одного автомобиля стоит 2000 рублей. Я ценники не поднимал, да, там как на продукты, как на сахар. Да и вообще, в принципе, на все остальное. Ценник, конечно, задрался капитально. Проверяю я автомобили абсолютно везде. Пускай это будет город Владивосток, город Артем, город Уссурийск, где угодно. Но, естественно, вы должны понимать, что есть разница в цене. Да, если осмотр автомобиля во Владивостоке стоит 2000 рублей, то близлежащие города, там дальние города, это уже все обговаривается индивидуально. Также я могу для вас найти автомобиль, да, по, скажем так, по вашим параметрам поиски автомобилей, что пробежного, то есть я ищу автомобили, что пробежные, что беспробежные. Мой телефон указан под каждым видео в описании, ну и, конечно, в описании канала. Поэтому, кому нужна помощь, смело обращайтесь. Проблем с отправкой автомобилей сейчас нет. То есть автомобили, в принципе, сейчас уходят быстро. Ладно, идем на стояночку, смотрим ценник. Первый автомобиль, который я вам хочу показать, это Toyota Voxy. Старый кузов Voxy. Новых, извиняюсь, 675 тысяч, автомобиль 4WD, пробежный, 2004 года выпуска. Конечно же, пробежные автомобили, они идут намного дешевле. Автомобиль не новый, есть, конечно, крашеные элементы, он практически весь крашен, ну и, опять же, стоит он недорого. Хорошая у него комплектация, боковые двери задвижные, подлокотники, ну, в принципе, есть здесь все. На литье зимняя резина, ну и, конечно же, это 4WD автомобиль. Рядом у нас стоит Grand Vitara, это левый руль, Skoda. Ребят, первый год и 375 тысяч рублей. 375. Такой полноценный джип, кроссовер. Рядом стоит Litais, тоже японский автопром. Видим, да, есть какие-то коцки, то есть никто здесь ничего не скрывает, дефекты на кузове. Но опять же, мы сейчас посмотрим, сколько он стоит. Лапио. А стоит он у нас 755 тысяч, автомобиль 4WD. Лапио Сузуки, указано, что она без пробега, стоимостью 475 тысяч рублей. Также есть у нас Volkswagen на этой стоянке, 1 миллион 125 тысяч рублей. Tiguan. Axio, 635 тысяч, автомобиль 2010 года выпуска. Чуть подальше стоит Aleon, третий год. 1,8 за 545 тысяч. Ла Феста
10-й год, 2 литра, 755 тысяч рублей. Дуалис. 855 тысяч, автомобиль 2008 года выпуска. Еще одна Аксио. 8-й год, 1,5 литра, 4WD, 555 тысяч. Машин много, я вот так штучно возьму. Порто, 12-й год, за 645 тысяч. Эскуда, 5-й год, 2 литра, 875 тысяч. А, Тида стоит. Тида есть Латио. 6-й год, передний привод, есть 4WD, 485 тысяч. Подешевле у нас стоит Аккорд, 99-й год, мотор 1.8, за 385 тысяч. Камри, 6-й год, двигателя хорошие здесь стоят. Бензин, 4, еще и 4WD, 875 тысяч, ребят. 875 всего. Что у нас тут еще есть? Хорек есть, 97-й год, 2.2, стоимостью 565 тысяч рублей. Старенькие ванеты. Вот такой вот ванетик стоит всего 325 тысяч рублей. 4WD, бензин, механика. Бонго, 10-й год, грузовой автомобиль, 489 тысяч. Региус, 2000-й год. Представляете, какие раньше автомобили делали, выпускали? 525 тысяч рублей. Стоит RAV 4, 1-й год, 1.8, стоимостью 515 тысяч рублей. Kia Rio, 11-й год, объем двигателя 1.6 литра, стоимостью 575 тысяч. Тысяч рублей. Таунайс, 5-й год, объем двигателя 1.8 литра, 4WD, 82 лошадиные силы, стоимостью 539 тысяч рублей. Видите, да, какая разница в цене? Пробежные и беспробежные автомобили, разница реально существенная. CR-V 2001 года выпуска, 2-литровая, бензин, автомат, 4WD, стоимостью 595 тысяч рублей. Так, ну что тут еще есть у нас? Еще один Litais. Таунайс, да, 785 тысяч рублей. Гая, представляете, 99-й год, 395 тысяч рублей. 395. Такой вот шикарный старенький минивэн. Так, ну а теперь, ребят, авторынок, зеленый угол. Как видим, машины есть, машины понавезли. Действительно появился выбор автомобилей. Но это машины, купленные до вот этого кризиса. То есть машины сейчас ввозятся с Японии. Что касается новых автомобилей, пока тишина. Опять же, что касается заморозки курса, да, то есть фиксированного курса. Я сейчас походил, поговорил с продавцами. Никто ничего толком сказать и объяснить не может. Почему? Потому что, ну, скорее всего, мы сейчас ждем, да, у нас сейчас нефть, газ переводится в рубли, и после этого уже будет принято какое-то решение. Так, единственное, что здесь неудобно, здесь нет особо цен. А Prius стоит G-Touring, 8-й год, за 865 тысяч рублей. Рядом стоит Toyota Corolla Fielder, 12-й год, аукцион родной, пробег не указан. А Days Rook стоит 16-й год, максималка 700 тысяч рублей. Ну вот Days Rook такой популярный довольно автомобиль. Чем-то он смахивает на Solio, но Solio будет больше по размерам. Мне он нравится тем, то, что у него очень такая высокая крыша. Рядом стоит Honda N-Wagon, 2014 год. Полная комплектация, это означает кастом, пробег родной, аукцион родной. Стоимость автомобиля 650 тысяч рублей. Автомобиль 4WD. За ним стоит Daihatsu Terios Kit, цена не указана. Рядом стоит Subaru Forester, 1 975 тысяч рублей. Хороший он комплектации. Toyota Land Cruiser Prado, это, наверное, уже сейчас
роскошь. Я даже боюсь представить, сколько он будет стоить. Цена здесь не указана. Prius стоит свежий. Опять, видите, Prius'ов двадцаток сколько? Много. 949 тысяч. 949. Десятый год. Так, свежий Prius по стоимости у нас. По стоимости он у нас недорого. Еще один 20-й Prius. 949 тысяч рублей. Honda Nbox 4 балла. Ценника тоже нет. А редкий экземпляр. Это Toyota East. Цена тоже здесь не указана. Спускаемся чуть пониже. Видим тоже, здесь были седые ряды, но они реально заполнились. То есть автомобили появились. Ребят, сегодня вот такое маленькое краткое видео. Я действительно не успеваю снимать длинные полноценные ролики. Вот на этой неделе постараюсь сделать обязательно такой хороший, добротный обзор цен. Ну и все же будем следить, да, как у нас развивается ситуация. Автомобильная ситуация. Мне очень интересно, если зафиксируют курс, да, то каким он будет. Так, ну я пошел дальше на проверке автомобилей. На сегодня все. Всем пока. Всем хорошего настроения.